На работе в интернет пришел я сам по своим этим самым поисках информации, по поискам книжек моего, в принципе, сначала я для составления проповеди, это было с самого начала, когда просто еще интернета не было, просто компьютер, когда искал любую, диски покупал, самое сложное, библиотеки, там, Машкова, всех остальных. Вот. А затем, когда появился к интернету, я увидел то, что там так все это есть, все это. А потом, когда увидел, вот, начал учиться работать, и оказалось, что еще существует возможность общения. Я не знал по понаслышке, я не думал, что это так просто и элементарно, и все это может. Я кинулся там чуть ли не до сих пор, которые есть. Получил пинков несколько таких серьезных. Вот. Ну, я считал, что вот сейчас я всю правду расскажу, вот теперь всех научу, как нужно думать. Да? Вот. Особенно на гражданских форумах. Я не скрывал изначально, что я священник. Вот. Не заходил я под никами. Не получалось у меня. Вот. А затем постепенно решил, что нужно все-таки больше читать ничего. Я, например, на Куральском, на старом Куральском форуме, я самый большой православный форум в мире. Вот. Ну, например, в нем вы учите, это православный форум, поэтому не мирской. Поэтому он нас собирает в днем где-то в районе 800-900 постоянно сидящих на форуме юзеров. Да? Вот я первый православный форум Куральский, который потом изменился немного, я его просто читал. Я туда заходил редко-редко. Мне казались все там такими умными. Вот. Ну, я потом немножко понял эту форумскую жизнь. А уже во втором форуме меня пригласили, я уже там работаю серьезно, глобальный модератор на этом форуме. У нас там глобально там еще 12, ну, для такого и низкого админа. И плюс ко всему, газета у нас появилась, давно уже 60 выпусков вышла, наша региональная «Светили». Но я потом попросил, мне сделали сайт под эту газету. Я начал на сайт выкладывать сначала газету, а потом уже интересные, не казалось, статьи. Ну и здесь вот стала немножко практика появилась. Ну а затем ждала же LG, знаменитая. Ну а LG, вот уже 3-4 год я в LG, и там у меня около 1000 уже друзей. Вот, и вы знаете, что мне дает, ну, во-первых, в моем творчестве, в литературном плане, я пишу много, и газеты, и книжка, и вот, во-первых, я там нахожу сюжеты, во-вторых, мне там критикуют, всегда по-дружески и не по-дружески тоже, в-третьих, постоянно ты находишься в центре, в эпицентре сегодняшнего дня. Вот, ну, друзья вокруг меня православные, понимаете? Все православные события, мне не нужно ждать газеты, журналы, всего остального. Мне тут же все расскажут, потом с разных точек зрения, все остальное. Интернет – это клоака, но у каждой клоаки должен быть остров, на который пахнет ладаном. Пахнет ладаном, понимаете? Вот на нашем, на православном, это самое, во всем этом вот, мире страстей там, и всех этих остальных греха. Есть и такие хорошие, интересные островки, где собираются интереснейшие люди. Вот, это раз. Во-вторых, после того, когда научился общаться, я очень долго не умел общаться с людьми, так вот, я спокойно теперь захожу на любой гражданский форум, там, мирской, вот, представляюсь, ну, просто спокойно выслушать. Для меня уже как-то не бьет меня, вот это, знаете, там, начинает вот, сплошная критика, или с кощунством, она такая, глумиться начинает. Я просто все это прекрасно понимаю. Вот. Но интернет это способ миссионерства. Поэтому очень серьезный способ. Очень серьезный. Но туда кидать неофита нельзя. Там нужно, если ты работать надо серьезно. Вот просто взять такие пустят, нет, не получится. Сожрут, как в этом фильме. Вот помните, как гайка называется. Вот будут одни старики, говорят, сожрут. Вот и все. Поэтому интернет это серьезно, интересно, и в то же время это архиполезно. И, а для религиозного деятеля или вот религиозного проповедника, если он умеет общаться с людьми, это трибуна громадная. Вот, все равно ты священник. Я вот сейчас вот 15 июля собираюсь ехать с детьми отдохнуть, если получится, даже на пару недель в Крым. Вот, любимый, я люблю очень Крым, есть там место свое любимое, вот, мы туда все время уезжаем, вот, любыми способами уезжаю туда. Но не все время, в прошлом году не получилось. Вот, и, ну, не получается не быть не священником. Ну, во-первых, у меня уже образ такой сложился, что вот говорят, здравствуйте, батюшка, вот, ну, все, и, вот, это раз. Во-вторых, ну, уже мир прилавливается все равно через этот сад. Книжки, я интернет уже говорил, и у меня очень много времени уходит на
переписку в интернете, громаднейшее время, количество времени. Вот. И, во-вторых, у меня книжка выходит в конце августа. Вот. И я думаю, что не последняя. Надеюсь, по крайней мере, если Господь дарует такие силы еще и возможности. Вот, книжка уже выходит, я уже анализ у нее получил, но книжки еще нет. Вот, поэтому книжка уже все, долго, все, это просто в редактуре, не знаю, художник, говорит, работает. Вот, книжка выходит в Москве, в издательстве «Лепта». Вот, и много газета, телевидение, передача. Вот, 45 минут, два раза в месяц, это прямого эфира. Ну, и хватает так, сейчас лето, вот, ну, только что он звонил благочинный, мы тут по очереди по лагерям ездим, беседуем с детишками по полтора часа, вот, у меня до следующей. Сац, вот так, все, грешен, во-первых, зарядку делать бросил, но у меня молитвенное правило есть. Считать зарядки. Вот. Я не рыбак, не садовод, не знаю, значит, я вот такой, нету. Не знаю, надо давно вырос, кажется, будет рада рядом, был, но рыбаком я почему-то не стал. У меня яйцо 84 года, он каждый утро на рыбалку ходит. Я не стал. Не знаю, нет у меня какого-то хобби, такого, машину я не люблю и никогда не... Телевизор, ой, нет, он стоит в качестве тоже ящика для новостей, чтобы смотреть... А, нет, почему, если кто-то мне рекомендует что-то посмотреть, фильм уже, телевизор уже не нужен, потому что все в компьютере есть, локалка появилась, поэтому все уже там. Я фильмы смотрю, я посмотрю, вот выложат там за месяц новые фильмы, я их в ЖЖ заброшу, мне откомментирует каждый, вот выберу после этого и смотрю. Вот. Не, телевидение для меня, ну нет у меня, книжки я люблю, все. Вот. Но сейчас мечтаю, потому что опять компьютер. Ну, понимаете, священник это, я вот сейчас перебираю любого из наших священников, храм, стройка. Проповедь, подготовка, семья, все, нет таких каких-то вот увлечений. Не, некоторые там на рыбалку, некоторые, я знаю, ездят, ну, тоже редко. Все, абсолютно все связано с церковью. У нас вот, ну, нет такого, я пошел с работы, я отработаю, все, я забуду с работы, нет такого. Ну, да, поэтому у нас не работа, а служба. Все, аминь, хватит.